Эльвира. Евгений. Мотивастар. Делаем людей счастливее. Простите меня, пожалуйста. Я обещал к вам доехать, но я плохо знаю город и не нашел ресторан «Апельсин», где будет ваше происходить торжественное мероприятие. Я вас поздравляю, вот честно, от души хотел. Летел на всех парах, но московские пробки, незнание Новосибирска. Но все-таки я здесь, вот сейчас перед вами, хочу поздравить вас с вашим праздником. Именно вашим праздником. Ну, хотя бы на этот один день. Потому что я понимаю родителей, которые сидят сейчас рядом с вами, и хочу им тоже передать привет. Потому что на самом деле это, наверное, счастье, наконец-то, что ваш сын, Олеся Николаевна, найдет в лице Эльвиры опору. Наконец-то будет поддержка. Наконец-то он возьмется за ум. Наконец-то он будет убирать носки в шкаф, вешать одежду, чистить зубы. Это же здорово. Ну и Светлана Ивановна, я вас тоже поздравляю. Но я понимаю, какие чувства вы испытывали на своей свадьбе. Наверное, эти же чувства испытывает и Эльвира. И, конечно, хочу посочувствовать Игорю Викторовичу. Потому что, честно говоря, вот у меня два сына. Я вот понимаю, это легко их выдать, ну, женить их. Но если у меня будет дочь, я просто не представляю, как я могу доверить ее к какому-то другому мужчине. Понимаете? Мне кажется, каждый папа это поймет. Игорь Викторович, я хочу сказать только одно. Надеюсь, что Евгений не разочарует вас. И он будет тоже сильной опорой для Эльвиры, какой и были вы. Он будет ее защищать, давать зарплату. Это самый грустный момент. Поддерживать, подавать руку, выходя из машины или автобуса. Помогать переходить пешеходный переход. Наверное, это слова Евгению. Евгений, люби Эльвиру, как любит ее ее отец. И немного больше. И проблем с тестем не будет. Я тебя уверяю. Ну и напоследок. Я, конечно, всем передаю привет всем вашим гостям, которые сейчас, вашим подругам, друзьям. И вот еще что. Сегодня на вашем празднике есть один талисман. Он очень похож на меня. Это Саня Герман. Если молодожены, каждый из гостей потрет его по лысине, 3 раза по часовой стрелке, поцелует в макушку и загадает желание, оно обязательно сбудется. Евгений и Эльвира, еще раз вас поздравляю, желаю счастья, добра, расширения, ну вы поняли меня, чтобы у вас все было хорошо, чтобы светлых дней в вашей жизни было настолько много, чтобы вы спустя годы их вспоминали с теплом, сердечной благодарностью, и чтобы у вас все складывалось хорошо. Счастья, добра и удачи. Пока. Пока-пока. Мотивастар. Делаем людей счастливее.